Народ, привет! Сегодня мы с вами проверим новое средство, чтобы машина наша блестела. После мойки она стала матовая. Вроде помыли на мойке, но вся матовая, высохла, вся грязная. Будем пробовать ее доводить до ума. Вся матовая. Для достижения эффекта будем использовать вот такое вот средство. Автомойка без воды. И сейчас вы увидите результат этого средства. Немножечко сделали, капот завершен, и я думаю, уже результат виден. Не знаю, как на видео, но возьмем для сравнения. Правая часть двери матовая, грязная, и левое крыло уже совсем другое. Эту же процедуру проделаем сзади. Посмотрим, что было до. Видите, разводы. Видите, все грязное, матовое. И пробуем наносить наше средство и посмотрим, что из этого получится. Этого количества нам будет достаточно. Просто машина долго стояла в гараже, подсохла. Ну что, продолжим. Вот такая вот она стала. И сейчас мы будем это дело протирать. Первые наши движения, они просты. Мы просто размазываем наше средство. Значит, растерли мы это средство, и теперь сухой ветошью мы это дело вытираем. Для тех, кто скажет, что мы портим лакокрасочное покрытие, ну, я отвечу, пока я этого ничего не заметил. Пока все нормально. Никаких царапин, никаких матовых поверхностей, ничего у нас не образуется. Ну что, вот так вот это дело получается. Смотрите, все делалось при вас, если кто не верит. Вот дальше дотру
без видео, в принципе, все показал. В конце увидим результат проделанной работы. Подведем промежуточный итог. Зад натерт. Бок натерт. Капот натерт. И сторона, которая еще не сделана, сразу ее видно, она вся серая, вся грязная, матовая. Сейчас мы это дело все исправим. Ну что, закончил я с машинкой. Вот так вот это все дело получилось. Я думаю, хороший результат.